Сильный пожар, начавшийся 2 дня назад в городе Гран-Куро под Руаном, полностью взят под контроль. Более 150 пожарных боролись с огнем днем и ночью. В понедельник пламя охватило склад с литиевыми батареями, затем огонь перекинулся на соседний ангар, в котором хранились десятки тысяч шин. Общая площадь возгорания составляет около 12 тысяч квадратных метров. Местные власти утверждают, что населению ничего не угрожает.